Здорово, пацаны. Сегодня буду в тандыре запекать курицу с чесноком. Это мой первый видос для Ютуба в горизонтальном формате. Так что строго не судите. Если он наберет больше 7 просмотров, я поверю в себя и буду снимать дальше. Так, а вот и сам тандыр. Дрова я уже зарядил. Сейчас буду распаривать. Вот на печке суп гороховый варится. Печку, кстати, тоже как мини-тандыр используем. Суп сейчас полтора варится, потом туда эти кирпичи верхние снимаются. И два шампура шашлыков влазит. Ну, сверху крышка. Поджигаем. Разгорается. Поддувало сразу. Закрываю, чтобы резко не нагревался. Сейчас вот эти вот трещины, они маленькие. Он как разогреется, они по полсантиметра будут. За счет того, что увеличивается. Ну, даже по советским ГОСТам я читал, что допускались трещины там, по-моему, до 8 миллиметров. Так что это ерунда. Сегодня у нас примерно минус 2 градуса. По такой погоде топится часа полтора, наверное. Строил я его 2 года назад, выкладывал из половинок печного кирпича. Фундамент, небольшой постаментик, по центру делается такой шаблон, ставится, крутится и кирпич ложится, привет филологам. Ложил на покупную глину терракот, сейчас бы, наверное, уже на обычную ложил, потому что тут нарыл такой жирный, вот из нее я печку делал. Вот, потом обмазывал снаружи, внутри ушло где-то 7 мешков примерно. Внутри все поотваливалось. В планах он еще не закончен. Внутри буду обмазывать глиной вместо воды жидким стеклом. Разбавлять можно будет лепешки, там всякие печь. Снаружи еще в планах утеплитель. На утеплитель сетка металлическая. На сетку клей для утеплителя, потом природный камень. Ну, утеплитель будет служить не как бы для утепления, а как термобарьер, потому что у камня и кирпича разная степень расширения. Короче, чтобы не растрескалось. Вот, скоро уже будем закидывать. Вчера ночью курицу мариновал. 3 ночи я курицу мариную. Маринад самый простой. Много чеснока, майонез, перец, соль. Так вот. Все, стенки побелели, значит, прогрелся. Минут через 10 буду закидывать. Достану угли оттуда все. А тандыр такой вместительный получился. Я одновременно в нем 4 курицы запекал. Супец. Ну что, сейчас произойдет акт нашампуривания этой курицы. Вешаю ее попой кверху, чтобы жир внутри оставался. И завязываю кончики проволокой. Ну что, закидываем. Уголь достал, пару угольков для дыма оставил. Обычно минут 40 и готово. Крышка. Прошло 45 минут. Я думаю, что харе. Одной рукой неудобно. Эй, горячая. Ну что, думаешь, хорош? Да. Достаем? Да. Ой. Горячая? Очень. Ладно, спасибо за просмотры. Будь добру.